Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы играем на моем сервере PokeWorld Special, и сейчас у нас будет тут проходить турнир водных покемонов 3 на 3. Собрались тут, ну, около 10 людей, так как этот сервер платный, также у меня есть бесплатный сервер, кто не знает, можете зайти, буду всегда рад новым игрокам на моих серверах, ссылочка в описании. И, ребята, давайте мы будем начинать турнир. Я не буду записывать весь процесс турнира, потому что это долго и нудно. Я буду только бои. И, в принципе, кто выиграл, потом я еще также покажу 5 человек, которые бесплатно бесплатно пропустились на сервер, то есть выиграли бесплатные пропуски. А как выиграть, тоже ссылочка есть в описании. Вы можете зайти, можете подать заявку и попытаться выиграть бесплатный пропуск. Также там есть вся информация. Ну что, ребята, продолжим тогда, когда я всех рассортирую по комнатах. И у нас будет 4 комнаты, в каждой комнате по 2 человека. То есть у нас на турнире будет только 8 человек. На бесплатном сервере всегда по 16, тут 8, так как тут меньше людей играет, потому что он на этой платной, чтобы тут не было гриферства, всего остального и так. Ну что, ребята, давайте будем начинать. Ну что, ребята, давайте начинать. Первый он бой у нас будет, ну, допустим, с этой комнаты. Я сейчас быстренько вам покажу, кто. В первой комнате у нас Genius, Мистер Сфат. Второй... Ксиума, не знаю, как называется. И вроде кто-то еще, он перезашел. Вроде Мистер Крид или кто. В этой комнате у нас настроение Диман, а в этой комнате у нас Кэш Кьюб и Кэт какой-то там Квет. Кто выиграл в первом... Нет, не вот тут. Во втором турнире, вот Кэт Таиса. Это у нас первый турнир был. Это у нас глобальный, то есть смешанный турнир был. Варлокер, Кэш Флэг. Это у нас огненный турнир был, если я точно помню. А тут у нас водный турнир будет, ну как бы уже происходит. Ну что, ребята, давайте первый бой. Я пока буду проверять шапочки, вот это все. Потому что это все запрещено. Вернемся, когда начнется бой. Ну что, ребята, начинаем. Первый бой у нас. Так, начинайте. Фу, ща один включу, а то ночью не очень хочу. Ну что, ой, первый бой у нас будет так. То есть вот так давайте. Самурот, сотый уровень, и Старми. Ну, как вы можете заметить, уже сейчас будет 3 на 2 в пользу Мистера Свата. Так и есть. И в Старми практически еще 80% ХП. Лабрас выходит на площадку. Дальше, сколько у него там жизни? Ну, уже половины нету. В Старми еще... практически фул. 3 на 2. В Лапроса больше, чем половина жизни. В Старме где-то 20%. 10% в Лапроса. О, Лапрос побеждает. Но все же, 2 на 2. У Джениуса 1 фул покемон и 1 с 20% жизни. У Мистера Свата еще 2 покемона. Эмпулеон 100%. Он убивает Лапроса. Ух, ни хрена себе, прям так на меня посмотрел. Я аж испугался. И Гардос. Ого, нифига себе, практически ваншотнул. Ну, сейчас добьет. 1 на 1, а сколько в него? Так, ну что? Кто выиграет? Самурот? Ну, все же выиграл Самурот. Да? Вроде да. Кто выиграл? Ну, Сват? Наверное. Ну что, давайте вернемся во втором бою. Бою. Ну, второй бой. Так, начинайте. Во второй комнате, к сожалению, игрока нету. То ли он перезашел, то ли у него вылетело. Но все же, то есть мы подождем, пока во всех комнатах не останется по одному победителю. И если все же он не придет, то извиняюсь, но мы его выгоним, так как ждать мы 2 часа сейчас не будем тут сидеть и ждать его. Ну что, Диман, Эмпулеон, настроение Старми. Как я вижу, в Эмпулеон уже... Фить. А в Старме фулл ХП. Ему вообще урон, вот этой Старме урон наносит. Как я понял, Старме нужно запрещать на турнирах, потому что такое читерское. То есть у Старме самая большая скорости со всех водных покемонов, да, можно сказать. Ну, прям со всех, я не знаю, но со всех водных, мне кажется, самое больше. И все, настроение выиграл только одной Старме. Как я понял, Старми нужно запрещать на турнирах. Ну ладно, второй победитель.
это у нас настроение выходит в полуфинал. Дальше. Третий бой. Ой, Димана еще нужно тпхнуть. Диман у нас идет вот сюда, на трибуну, где у нас смотрят зрители. Ну что, давайте приступим к третьей комнате. Так, ну что, ребята, начинаем третий бой. Они не знают, кто кидает. Ну, в принципе, он кинул. Ладно, тогда. Просто в финале, в полуфинале я всегда делаю, например, от 0 до 10 загадываю какое-то там число, например, там 5. И кто называет число ближе к 5, или, например, кто называет 5, тот не кидает. Кидает тот, кто ошибся. Но сейчас, видно, они сами разобрались, хотя сначала вроде там в комнате сидели, там спорили, нет, я первый кидаю. То есть, нет, ты первый кидаешь, нет, ты. Но сейчас вышли и сразу разобрались. А, я как-то даже пропустил первый бой, то есть 3 на 2... Вроде 3 на 2. У Кэт Таиса 3, но уже 2 на 2. То есть Эмпулеон убил Эмпулеона, уже 2 на 2. Ух, Старми, это такой покемон. Ну, мне кажется... Ну, сейчас... О, нифига. Да там у Старми столько жизни было и... Она выжила? Ух, ребята, 1 на 2. У Кэша один покемон. В Стармии... Ну, чуть-чуть жизни, но все же у него больше скорости. Она может еще и затащить. Так и есть, мне кажется. Ну, 1 на 1. Сколько... Ух, ну тут еще 80%. Тут 100% жизни. Шанс, конечно, есть, но небольшой. Сейчас посмотрим. Сколько... Есть шанс, даже большой шанс. А, хотя нет, нету. То есть все. Ну, Кэш проиграл. Ну что, ребята, вернулся нас наша пропажа. Давайте приступим к четвертому бою. Ну что, ребята, вот последний бой первого круга. То есть давайте сначала уже это проведем, потом пройдемся по комнатам и покажем наших победителей. Потом у нас будет полуфинал. И потом два человека выйдут в финал, и также два человека будут сражаться за третье-четвертое место. Какие призы? Ну, призы, в принципе, вы уже можете видеть на экранах, я как раз вам сейчас показываю. На выбор там, конечно, но все же игроки сами решают. В смысле нарушения? Какое нафиг нарушение? О, он... Он... О, какое нарушение? Какое большое нарушение? Все, выгоняем с турнира. А, ладно, я с этими разговорами даже как-то не посмотрел, кто... Точнее, сколько на сколько, но мне кажется, где-то 3 на 2. Я не знаю, ребята, честно, я как-то не смотрел, но Гвардос против Эмполиона, как-то они равномерно друг друга колбасят по 10%. Там один ударил на 10% жизни, другой на 10, другой на 10, другой на 10. Так и есть, это долгий бой будет. Кого ты пехнуть? Это, или это даже не мне? Фух. Так, потом нужно выбрать. Я не знаю, кто с кем будет биться. Мне кажется, давайте... Если вот сейчас Мистер Крид выиграет, то тогда Мистер Крид с Мистером Сватом будут драться, два мистера. И с этой комнаты у нас будет Кэт Таиса, и с этой настроение. Мне кажется, как раз такие достойные противники, то есть достойные друг друга, можно и так сказать. ТП, ла-ла-ла, вот так. Ну что, я, как я сказал, бой длинный. Я говорил, кто будет бренчать. Я говорил. И он вышел, да? И все, то есть он побренчал и вышел. Ну ладно, если сейчас зайдет, сразу бан получит. Потому что я перед началом турнира говорил, что не бренчать, не летать, не кидать покемонов. Кто это будет делать, чтобы не прерывать турнира. Но, как видите, люди есть, ну, сами видите, да, какие-то. Ну, Старми на Старми.
Ну, что-то мне кажется, мистер Крид не выиграет, а выиграет Ксиума, если я правильно не читаю. Сейчас посмотрим, не будем угадывать. Кто? Ага, ну, тот ушел. Ладно. ТП. Вот так. Ну что, в этой комнате у нас мистер Сват. Вашу. А, тут Ксиума. Кеттаиса и настроение. Ну что, ребята, давайте начинаем полуфинал. Так, первый бой полуфинала. Настроение и Кеттаис. Это самый такой интересный бой, можно сказать. Но я не хотел сразу кидать мистера Свата и мистера Крида, так как мистер Крид только что завершил бой, поэтому сразу его кидать в другой бой как-то не хочется. Поэтому сейчас у нас настроение и Кеттаиса. Это имя. Но смотрим, Эмпулион на Эмпулиона. Опа. Но я даю 89%, что настроение выиграет этот турнир. Не знаю почему, но мне так кажется. Ну, сейчас посмотрим. У нас, в принципе, такие правила на серверах, то что если человек выигрывает один турнир, ну, как бы, ну, отлично, выиграл один турнир, поздравляем. Если за этим турниром тот же человек выигрывает еще один турнир, как бы два турнира подряд, то в третьем турнире он не может участвовать. А почему? Ну, как бы, нужно дать шанс и другим игрокам попытаться выиграть турнир. То есть, если один человек какой-то сильный, да, и видно, что он сильный, и он будет там 20-30, ну, сколько, ну, не 20-30, например, выигрывать и выигрывать турниры подряд, в чем смысл? Потому что другие игроки просто-напросто не будут иметь даже возможности попытаться выиграть. Поэтому у нас такие правила, что если человек выигрывает два турнира подряд, то в третьем турнире он, к сожалению, не сможет принять участие. А потом в четвертом, пятом уже может, опять сможет. Посмотрим. Так, ну что, ой. Тот человек, который проиграл, все же он еще остается, потому что он еще будет сражаться за третье место. Сейчас у нас, ребята, завершающий бой полуфинала, можно и так сказать. Кто там выиграл? Чума и мистер Сват, да? Да, начинайте. Ну что, ребята, и потом у нас финал и бой за третье место. Сначала будет, конечно же, бой за третье и четвертое место, потому что финал хочется посмотреть в последнюю очередь, как бы на десерт оставить, да? Поэтому сейчас, ребята, посмотрим. Ну что, кидайте там покемонов, мы будем смотреть. Старми и на... Ну попади уже, снайпер! Ну ладно, смотрим. Старми против Старми. Ну, старый мистера Свата затащила. 3-2. Мистер Сват лидирует. Дальше. Счет сравнялся. 2-2. Выходит Эмпулион сейчас уже мистера Свата. И мне кажется, сейчас ваншотик будет. Ну, как бы полушотик будет, потому что в Эмпулиона Ксиому или какой у него не... Ксиума, уже жизни практически нету, и сейчас будет счет 1-2. Там на заднем плане вы можете смотреть, как развлекаются голдаки, то есть там у них какая-то туса, музончик, наверное, может там у них играет, или просто их колбасит, я не в курсе. Но, мне кажется, 1-1, и Самурот против Поливрата, Врафа, у которого полжизни. Ну, я не знаю, ребята. Ну, по сути, полжизни это как бы... проигрыш, но бывают такие случаи, когда просто ваншотик летит, и человек может затащить весь бой одним ударом. Но это редко случается, и как сейчас вы можете видеть, мистер Сват, наверное, выиграл. Да, выиграл. Ну что, мистер Сват, иди сюда. ТП. Ой. В какую комнату, мистер? Ну, ТП. Мистер Сват к настроению. И сейчас бой за третье место. Бой за третье место. Начинайте. Смотрим. Ксиума продолжает дальше оставаться на поле сражения. И также Кеттаис сейчас будет получать свою вторую попытку остаться. Ну, хотя бы на третьем месте. То есть,
на призовом месте. Посмотрим, получится ли у него вот это. Эмпулеон против Стармии. В Эмпулеона уже я уберу вот эту хрень, ребята. Я вижу, что она мешает, но все же вот так. Ну, вот тут затащит Старми, конечно. Тут, конечно, затащит Старми. Уже затащила. Сейчас Старми Кэта выходит. 3 на 2. Ксюма лидирует. И сейчас полжизни снес, но сейчас его Старми умрет. Да. 2 на 2. Кто? Эмпулеон? Да, угадал. Ну, в принципе, тут все такие, знаете, то есть все игроки пытаются взять, прокачать до максимума самых сильных покемонов, например, того турнира, который им предстоит. Например, если сейчас водный турнир, то все пытаются взять Старми, Эмпулеона, кто-то берет Свамперта, кто-то берет Самурота, кто-то берет, второй раз берет, сказал, берет Кингдру, ну, короче, вот эту хрень, что вы видите с правой стороны. Ну, с правой стороны от меня, я не знаю. Ну, в принципе, да, с правой стороны, вот тут. А кого еще там? Не, я не знаю, кого еще брали. То есть, еще кто-то там был. Ну, Поливрат, да, но это исключение. Кто? Кэт? Ксиума выиграл. Ну, к сожалению, Кэт проиграл. Ну что, Ксиума, что у тебя там? Подарочки, наверное, точнее, призы будем выдавать после турнира. А Кэту утешительный приз, допустим, давайте дадим ему там... я не знаю. 8 вот этого. И давайте дадим ему 1. Вот так. Поздравляем, 4 место, но все же. ТП Кэт. Ой, ТП Кэт Кэш. И Кикэт он сам попросил. Ну что, ребята, финал. ТП Ксиума. Ну, допустим, я не знаю, куда его. Допустим, вот сюда. Ну, хоть куда, то есть... стоит там. И у нас финал. Финал. ТП настроение. И ТП мистер Сват. Начинайте. Ну, я говорю, я уже вам сказал, сколько процентов я даю на победу. Настроение, то есть мне кажется, что он все-таки выиграет. Ну, может, сейчас какое-то чудо будет. Может, мистер Асват оставил какую-то специальную тактику боя на финал. И может, он сейчас ее продемонстрирует. Но посмотрим. Старми против Старми, как всегда. То есть это, мы уже привыкли. Да вашу мать. Я говорю, это какой-то шутер. Тут не могут друг друга попасть. Так, ну что, смотрим, сколько у кого жизней. 30% или 20%, а у мистера Свата уже все. Ага, то есть 3 на 2 настроение уже выигрывает. Выходит сам урод. И сколько у него жизни осталось? Да. То есть осталось 2 на 2, но у мистера Свата один покемон фулл и другой около 20% жизни. А в настроении 2 фулл покемона. И в принципе мне так кажется, что сейчас будет ваншот. Так и будет. Эмпулеон, соображай. Нет, к сожалению, нет. А хотя, ну вот сейчас он добил. То есть 2 на 1. Ух, Эмпулеона практически фул. Ну, как я... Ваншот. Офигеть. Ну ладно, вот у нас, ребята, и победитель. Победитель настроений. Настроение. Второе место. Мистер Сват. И третье... Кто там третье? Ксиума. Фух, Кайорк Шайни Модес. Ну что, ребята, сейчас я буду выдавать себе покемонов, потом выдам ее, потому что я натуру не могу заспанить, нужно ее подбирать самому. Ну что, ребята, сейчас подождите немного. Ну что, ребята, приступим к выдаче. К выдаче призов. Так, ну что, первое у нас идет, давайте, настроение. Трейд машину, заходи. Другие выйдите. Так, зашел, замечательно. Он выбрал Shiny Kyogre с натурой Modest. Поздравляем. Второй, кто там дальше по счету? Сват в машину.
Так, дальше. Это кто? Да, вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. Так, он выбрал обычного Кьогра, тоже с натурой Модест. Сейчас последний. Он у нас выбрал Шайни Маткипа с натурой Модест. Ну все, поздравляю. И 10, и 10, 10, 10, 10, 10, 10. Да вашу мать, ну стой ты на месте, а? Инвси. Вот так. Ща, ребята, я, наверное, немного убавлю звук. Ну и все, ребята, на этом мы будем заканчивать. Давайте я еще быстренько сейчас летаю. Добавлю тех людей, которые выиграли бесплатный пропуск на сервере. Я не помню, если честно, где у нас вообще находится этот... как его? Этот стенд. Ага, вот он там находится. 5 человек выиграли бесплатный пропуск. Сейчас я один включу. Сейчас я их добавлю на наш стенд и покажем, кто все-таки выиграл. Также не забываем, в описании есть ссылочка, куда вы можете зайти и присоединиться к нам на сервер. И также не забываем не только присоединиться, поиграть вместе со мной, участвовать в турнирах, потому что турниры тут практически, ну, каждую неделю или раз в две недели, потому что тут два сервера сначала проходят на одном сервере, потом на другом, потом опять на первом сервере, то есть... Каждый турнир раз в две недели на одном сервере. Но если считать два сервера вместе, то каждую неделю. И также раздача, ребята. Ну что, давайте посмотрим, кто все-таки выиграл бесплатные пропуски. Было целых 5 людей, которые их выиграли. Сейчас я быстренько найду этот списочек и добавлю их на стеночку. Сейчас, ребята, секундочку. Он у меня где-то есть. Подача ла-ла-ла, подача заявки, вот она, ребята. Ну что, первый человек, который выиграл бесплатный пропуск, опа. А, я, к сожалению, не могу вставить, копировать, ну ладно. Так, сейчас. Вард Локер, поздравляем, ты выиграл пропуск на сервер. Дальше у нас идет Катерин, девушка. Катерин, поздравляем. Я надеюсь, я правильно писал? Вроде правильно. Дальше у нас выиграл Мьюту. У него, в принципе, там длинный ник какой-то такой. Хрен его знает, честно, ребят. Сейчас я посмотрю. Мьюту. Ну да, что-то в этом роде. Ну давайте XXX. Я думаю, что это станется. Если нет, то скоротим. Нет, все-таки сталось. Это третий человек по счету. Четвертый человек. Да, уже можно. Но мед, вот так. И последний человек, это у нас Ашанчик. Ага, то есть, сейчас. Ашанчик, я надеюсь, правильно. Ну все, ребята, показали мы наших победителей, которые выиграли бесплатные пропуски на сервер. Также мы провели турнир, вводный, следующий турнир, наверное, турнир трава, я так думаю, да. Я не знаю, когда, но все же следующий турнир у нас будет травяной. Если вы хотите присоединиться, пока не знаю. Следующий турнир травяной, но в первую очередь он у нас пройдет сначала на бесплатном сервере, потом уже на платном. Также раздачи у нас будут проходить, да не нужен нам сейчас дождь. Ну и все, ребята, на этом будем заканчивать. Еще раз повторю, ссылочка в описании, две ссылочки. Первая ссылочка на то, чтобы присоединиться к нам на сервера. Буду рад вас видеть. Тут два сервера, платный и бесплатный. В принципе, на платном спавнятся легенды, на бесплатном не спавнятся. Везде разрешено размножение покемонов. Если вы этим интересуетесь, или, например, хотите научиться, или, например, поиграть с другими друзьями. А вторая ссылочка — это подача заявки на бесплатный пропуск на платный сервер. То есть, если у вас нету средств, чтобы купить пропуск и иметь возможность поиграть со мной вместе на сервере, где больше всего, ну, провожу времени, я, в принципе, на бесплатном тоже провожу время, но все же на платном больше. Поэтому, ребята, подавайте заявку, и может у вас появится какой-то шанс выиграть этот бесплатный пропуск, так как, видите, людей тут играют 10-15, а пропуски выигрывают 5 человек, иногда 2, иногда 3, иногда 5. Ну и все, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Не забываем ставить лайки. Чем больше лайков, тем я больше буду знать, что вам нравятся эти серии. И также я
попытаюсь выпускать больше серий той рубрики, на которую вы поставите лайк. Ну и все, ребята, на этом мы будем уже заканчивать. Еще раз ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу банду крутых перцев. Все, что вам нужно, это просто подписаться. И все, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.